Министерство экономики разработало план оперативных мер по решению проблемных вопросов в экономике регионов. В нем 100 позиций. Месяц назад по областям поехали рабочие группы, чтобы посмотреть на реальное положение дел. Об этом шел сегодня разговор на расширенном заседании коллегии министерства. Основное внимание уделили вопросам инвестиций, строительства, созданию новых предприятий, снижению затраты, рациональному импортозамещению, достижению уровня средней зарплаты в 1000 рублей до конца года и удержанию этого уровня в следующем. Министерство экономики предлагает пересмотреть и провести перезагрузку инвестиционной деятельности, инвестиционных процессов в экономике. Основой перезагрузки будет являться, первое, это создание безбарьерной среды, именно инвестиционной и деловой. А бизнес будет выбирать и сам определять, какие проекты он может реализовать с учетом тех условий, которые мы будем предлагать для внедрения на той или иной территории. В Беларуси к 2020 году планируют разработать и план индустриализации регионов. На первом этапе необходимо сформировать портфель инвестиционных проектов и предложений по открытию новых производств.